На плацу Белгородского юридического института в ровной шеренге построены 9 студенческих отрядов содействия полиции средних и высших образовательных учреждений города. Все они прошли трехмесячную подготовку. Изучали право, основы рукопашного боя, проходили огневую и медицинскую подготовку. Сегодня подведение итогов плодотворной работы. Конкурс на звание «Лучший студенческий отряд содействия полиции». Победители у нас... не одни и те же. Это говорит о том, что борьба идет на самом деле бескомпромиссно. Это говорит о том, что вы подходите неформально, вы подходите профессионально к данным соревнованиям. Первый этап – физическая подготовка. Команды подтягивались, соревновались в весе с высоким подниманием ног, челночном беге, а также эстафете на 3 километра. Этим молодым бойцам просто необходимо быть в отличной форме, ведь на них лежит большая ответственность – охранять спокойствие и порядок. Задача оперативно-студенческого отряда содействия полиции – это обеспечение охраны общественного порядка на территории учебных заведений города и на территории прилегающих территориях, то есть объектов внешней инфраструктуры. Сюда включается общежитие, сюда включаются парковки, стоянки, прилегающие аллеи, парки и скверы. В последнее время администрация города Белгорода привлекает бойцов оперативно-студенческих отрядов к работе, к совместной работе с муниципальной стражей по обеспечению порядка на территории города Белгорода, улиц города и дворовых территориях. Команде Белгородского государственного университета еще ни разу не удавалось выиграть эти соревнования. Однако свою профпригодность они доказывают на деле в стенах родного вуза. Правонарушения, которые происходят в наших студенческих общежитиях, мы, конечно, фиксируем. Грубых нарушений проживания не было. Но со всеми мелкими мы боремся, насколько это возможно, поскольку основной задачей также является профилактика всех этих нарушений. Статистика возможная. Ну, ее, наверное, тяжело провести, поскольку, зная, что в нашем университете действует такой отряд, студент не всякий раз пойдет на какое-то нарушение. Одним из самых опытных и результативных является отряд технолога. Шуховцы имеют отличную физическую подготовку. Каждый из участников команды подтянулся больше 30 раз. Отряд уже дважды становился победителем соревнований. Цель в этом году – снова добиться звания лучших. Ребята готовились. С начала года команда. Все готовы, но отлично, надеемся, выиграем. Новички соревнований – отряд содействия полиции, техникума общественного питания. Свой дебют называют пристрелочным, а вот территорию учебного заведения охраняют в полную силу. С улицы зарезали, разбили окно. Ну, в течение, получается, они первый раз разбили, и потом на второй день их уже сами студенты поймали. Просто остались в техникуме и в 8 вечера их поймали. После физических упражнений отряды прошли тестирование на знание правовых основ. По сумме баллов звания лучших третий раз подряд получили студенты технологического университета. И именно они будут представлять Белгород на областных соревнованиях. Дарья Маслова, Данил Андреев, к этому часу, Белгород.